А мы на мосту, ведущем на железнодорожную платформу депо, идем со стороны района Люблино в направлении района Печатники. Здесь вот грузовая станция Люблино сортировочная, вагонное депо там и так далее. Сейчас мы пройдем к пассажирской инфраструктуре, платформу депо, будущая станция второго диаметра. Из Люблино тут нужно идти, чтобы попасть по вот такому длинному мостику. В Печатники же идти гораздо меньше. Так вот, солнышко уже село за дом, но нам от этого проще, оно не светит прям в камеру. Вот она, платформа депо, уже видна. Я понимаю, не специально. Пойдем спускаться сюда вот. Я в очередной раз сказал, что я... Интересно. А это поставили, наверное, для московских центральных диаметров уже, когда будет работать, когда это все дело запустят. Сделали даже подсветку разграничительной линии. Ну, то есть здесь уже все практически готово. За исключением, наверное, что турникеты на этой платформе не установлены пока что. Сейчас билетик возьмем, наверное, да? Продолжаем. Там вот справа проходит улица Полбина. Параллельно железной дороге. А здесь вот станция Люблино-сортировочная, кузнечный тупик, проходящий по ее территорию. А за ней Егорьевская улица и Егорьевский проезд. Ну что, будем ждать, наверное, пока. Сейчас на паузу. Подходит электричка экспресс в противоположную сторону, чтобы проедет без остановки. Какой-то фирменный экспресс. Новый электропоезд, МПД. Но на диаметрах будут не такие ходить. Будут ходить Иволги ЭК-2 ТВ. Вот уже наша электричка подходит. Подходит она довольно... А нет, кажется, что медленно. На самом деле нормально. Следует до Кубинки 1 на белорусское направление. И вроде бы как эту линию временно закроют после запуска первого и второго диаметров.
я имею в виду соединительный участок Алексеевской ветви, где находится платформа Станколит и Савеловская. Этот вагончик мне как-то больше понравился. Сядем туда, попробуем. Thank you.